Ну что, всем привет, мои дорогие. У меня сегодня мукбанг. Я не часто их снимаю. Пока ходила, наливала то себе кофе, то вилку забуду, то ложку. Ну, конечно же, нужно накрасить губы для того, чтобы их моментально сожрать. У меня на завтрак яйцо, расплавленный сыр, сосиски. Я давно такое вообще не кушала. Давайте поедим вместе. Берите что-нибудь с собой поближе к экранчику. Наливайте кофеёк, чаёк. Кто меня не знает, меня зовут Оксана. Горячо. Сейчас я листала Дзен ленту, но это я еще несколько дней назад увидела. Есть там такой канал «Мама отличника». Вот она. Женщина уже возраста такого серьезного. Конечно, я точно не знаю, сколько ей лет. Ну, на вид скажу, что 69. Под 70. Ну нет, ну 60 с копеечками. Ну или она плохо, может быть, так выглядит. Потому что мы не можем все выглядеть одинаково, да? В этом наша и прелесть. Ну то почему я так сказала, что плохо выглядит, ла-ла-ла? Ну я там что старается, конечно, лишний вес, он не дает никому красоты особой. По себе знаю. Ну вот она выезжает на хайпе. Кто там, извините, не к столу будет сказано, сидит на унитазе, там что-то, АСМР какие-то. АСМР — это звуки. Не знаю, что он там издает. А то в купальнике телом уже возрастным трясет. Это некрасиво. Ну, у всех нормы морали. Вот она сама жрет на камеру постоянно. Очень неприятно. Ну, я не знаю, как кому нравится. Да, вот мне вот это вот неприятно. Я сама ем. Может быть, кому-то я неприятно. Я могу смотреть мукбангеров, которые отвратительны для других, а мне прям вот это заходит. Либо же какой-то канал, который нет ничего в нем такого раздражающего, а ты его не смотришь, потому что тебе не нравится. Ну, о вкусах не спорят. Но не хочется и нет желания, и даже и нет, скажем так, в мыслях сказать человеку: иди отсюда, да, что ты гадишь эфир. На каждую кастрюлечку найдется крышечка. От того, что я иногда снимаю мукбанг, я этих мукбангеров и смотрю. Ну, конечно, я лукавлю, я некоторых смотрю, потому что мне просто хочется их посмотреть. Они мне нравятся. Вообще, я записывать стала на камеру, как я ем, чтобы избавиться от этой дурацкой привычки жевать жерновами, как со скоростью света. И у меня не получается. Не получается, я забываюсь, и вот так вот со скоростью ракеты.
Так что вот так. Все, мои дорогие. Обнимаю вас всех. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И до новых встреч. Всех обнимаю. Покеду.